106 из 130 гидросооружений Восточного Казахстана подготовили к паводкам. Дамбы и плотины региона с земли и воздуха осматривают спецгруппы ДЧС. Во избежание ледостава в районах области инициированы взрывные работы на 16 опасных участках русел рек. Противопаводковые мероприятия развернуты и в Усть-Каменогорске. От метровых глыб льда необходимо освободить до 2 километров дренажных систем. Из микрорайонов также вывезено больше 100 тысяч кубометров снега. Жителям частного сектора спасатели рекомендуют заранее расчистить дворовые территории и водоотводные каналы, проходящие вблизи жилых домов. Промывка русел ручьев, очистка рыков. Но хотелось бы отметить, что населению тоже необходимо на сегодняшний день уже подготовить инертный материал, из погребов достать продукты и, соответственно, на постоянной основе проводить очистку территории домов от снега.